Гура, Сарабе, Адрайна, Роман Кожуховский, много. Роман, но на перерыве Ян Важинский здесь сидели, мне сказали, что у Куресаре вот такой очень конкретный план тоже на, во втором тайме, и что вы будете передерживать в этом плане и во втором тайме, ну, будет или будет. И это работало. Ну да, можно сказать, что в перерыве внесли некоторые коррективы и, в принципе, придерживали своего плана. И действительно, ну, ребята очень хорошо сделали, ну, эту работу, потому что, на мой взгляд, заслуженная победа. Поэтому своих футболистов только могу поблагодарить и, конечно, наших болельщиков. Очень важная победа, конечно, так сказать, игра на 6 очков. Ну да, вообще старт Утамик очень сложно, всегда игры проходят. Очень сильный квалифицированный тренер у них. Я всегда восхищаюсь его работой. Я знаю, что это очень сложные игры. И поэтому вы правы, это 6 очков. Такая игра. Тем более еще надо вспомнить, что 3 дня назад, буквально 4 дня, мы проиграли им в кубке. Okei, спасибо. Aitäh. Ja mida siis Roman Kožuhovski ütles, teeme ka kiire tõlke. Kõigepealt küsisin ta käest selle kohta, et tal siis oli väga kindel plaan, nagu siin Jan Vašinski ka ütles esimese poole lõpus, et kuidas mängima minna. Ta ütles, et tõepoolest see plaan neil oli. Väiksed korrektiivid vaheajal tehti, aga üldiselt õnnestus sellest päris hästi kinni hoida. Poisid tegid tal kõvasti tööd ja tema arvates on nad selle võidu ära teeninud. Ja seejärel küsisin, et see on selline oluline tähtis võit, 6 punkti võit, nagu öeldakse. Ta ütles, et tõepoolest Tammekaga on alati rasked mängud. Neil on väga tugev treener, kellel on ka nagu oma kindel visioon ja tahtmine mängudeks, et ta sellega oli igatahes arvestanud, et tuleb raske mäng, nii et see 6 punkti mängu olulisust ei saa ala hinnata, eriti veel pärast seda, kui karikamängus jäädi alla alles mõned päevad tagasi.